have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки Робокоп. Продолжаем, блин, Лима, у тебя красивый, конечно, мужик. Мне понравилось, это, видимо, из-за того, что я что-то прокачал в навыках, где-то в дедукции, или я уж не знаю. У меня стали подсвечиваться все второстепенные задания. Да-да-да-да-да. Remember to get back in touch with your informer. See if he has any info that could get us back on the biker's lead. Спайк still out there. Угу. Нам нужно схавать огурчиком. OCP wants to raise towers of glass and steel. Go ahead. Just not where we live. А ты здесь живешь? Вот в этих руинах ты живешь? В общем, мы сейчас пойдем и по побочкам, и всякое, все, что тут может быть, это мы все тоже будем делать. На самом деле, давненько не играл, ребят, кто... Воу-воу-воу, не лагаем. Кто в курсе, я был в отпуске, но уже вот вернулись. А, теперь можно и поиграть, правильно? Чувак, тебе хорошо? Я вижу. Алкоголь это вред, запомни, хорошо? Так, 66 метров. Через 66 метров у нас будет первое нарушение, которое нам нужно будет зафиксировать. Я на самом деле не знаю. Мне ни тот, ни тот не нравится, если уж ты про это. Так, во-первых, вот первое нарушение. Курим, дружище? Smoking is dangerous, not to mention illegal. I don't give a shit about either. Хорошо. Какое предупреждение? Ты ему говоришь, что ты куришь на бензоколонке. Да мне насрать. Then you must suffer the consequences. No one in this country values independent thinkers anymore. Да. Прямо начав с тебя. Так, 100 метров, 40 метров, давайте еще туда-сюда подойдем. I'm sure I'm in the right place, but I can't see my FTO anywhere. Could I have his name, please? Over. Sure thing. It's Officer Rat. He should be in one of the dumpsters. That's the only place he belongs, if you catch my drift. Over. Так, пацан. Right. So much for my Hey, Robo! Do the robot dance! Первая подготовка. Смотри, учись. Watch and learn, young man. Спасибо, чувак. Ну, блин, кому еще танцевать, как не Робокопу, да? Давай, придурок, с тобой поговорим. Officer Washington, I will be your field trainer for today. Requesting readiness confirmation. Yeah, thanks for the offer, but maybe the others are right. I might not really be ты вообще ни для чего не подходишь, вали отсюда. Давай, будь трусом. You do that. Go back to the safety of the precinct. No, that's not what a decent police officer would Но do. Ну так это ж не ты. Officer Washington reporting for field training. Good, you have your body armor on. Well done. What about the rest of your gear? Service pistol? Got it. Spare ammunition? Check. Duty light. Never part with it. Good job. Preparation is the most important. So is knowing your surroundings. Are you familiar with this area? Isn't this the part of the city where it gets really busy like all the time? Police! I think that answers my question. Please! I need your help! Set the radio to my channel and follow me. Mm-hmm. Roger that! An officer needs to be confident. Но Straight сначала... back, sturdy walk, together with a clear and unshaking voice. Так, парковка неправильная. Штраф, конечно, вы чё? Моментально. Поставил свою колымагу здесь.
Что такое? Слушай, я знаю, в чем у вас прикол. Смотри, он плачет, потому что ты лысый, а ты к нему пришел, мало того, что у тебя волосы есть, так еще и борода и усы, и ты волосатый, издеваешься над тем, что он лысый. Ладно, у него борода тоже есть, вопрос снят. Итак, первая полевая подготовка, это все немножечко подождет, шип в стойке сена подождет. У нас есть домашний террорист. Давайте мы тогда сейчас быстренько пробежимся, посмотрим, что нам по кругу. City Hall is the decaying symbol of mismanagement and corruption. Detroit deserves a fresh start. And the only way to achieve that is to take the city private. Delta City for our children. Я бы этот мост и кинул, кстати. Старикашка там заливает за Дельта Сити. Дружище. А ты куда такой нарядный? Robo is a dick. Вы поняли. А что-то у нас по мусоркам стало так мало всяких вещей разбросано. Ну чё, Грива? Чё скажешь? Ничего? Отлично. I don't care if OCP lost some money for once. Можно, пожалуйста, спасибо. Локация та же самая. Если я не ошибаюсь, то даже машины... Нет, некоторые машины остались старые, некоторые машины добавили. Ну, блин, я немножечко ожидал, что... I hate this. Что такое? Что? Служить и защищать через 40 метров. I'll never stop enjoying this. Один ненавидит, другой постоянно наслаждается. Круто, I'm just telling you, if they elect Kuzak, the guy will ruin the city for good. То есть тут все ненавидят и одного, и другого, и я, в принципе, с ними согласен. Я предлагаю сейчас быстренько позакрывать, служить и защищать вот это вот нарушение, чтобы они нам не висели. Потом сходим на побочку, а потом... О! Здрасте. Perhaps you have a hearing problem. The lady said no. You're right. That is what she said, officer. I've got to check my hearing aid. Thank you, Robo. That guy was giving me the creeps. Да ты сама страшно выглядишь. Ну ладно. Пойду проверю свой слуховой аппарат. Мне понравилось. Привет, чувак. Че делаем? А, это ты там красивые надписи делал. Тебе хана. You are committing an act of vandalism. Yeah. Did the guy from the poster send you? Compliance with the law has no political affiliation. Штраф, конечно. I have to issue a ticket. You are suppressing my right to express my opinion. Выражение это берешь баллончик и вон идешь, рисуешь какие-то красивые арты на стене. А то, что ты делаешь, это вандализм, чувак. Так что не заморачивайся. Тут котик. Слушай, котяра, ты держался подальше от этого бомжара? У него явно какие-то глюки. Я не знаю, что он может с тобой сделать. Здрасте, это мое. Это явно мое. Доступно очко навыков. Красотища. Задание служить защищать. Так. Награды соточку, да?
А, это за это награда сучку, все, я понял. А в куда мы там шли? В броню мы шли? Патрон мелкого калибра. Мелкой калибри. Выносливость у нас. Ладно, мы все равно сюда сейчас скачиваемся. Давайте еще два поинта сюда закинем, потом пойдем уже в выносливость. Мне просто очень не нравится. OCP is gonna throw us out of here to start construction. Так вы бомжи. Yeah, let them try. То есть, не, знаете, в чем прикол? С одной стороны, если бы это был нормальный жилой город и тут все процветало бы, это какой-то бомжатник, блин, какое-то сраное гетто с непонятно кем, непонятно где. Я понимаю, что корпорации Дельта Сити это все фигово, конечно, но вот этот бомжатник, который здесь, ну это вообще ни разу не лучше. Я не знаю, насколько это... Почему я должен это защищать? Привет, чувак. Да. Littering is against the law. It's an act of revenge. I was loyal and she betrayed me. Не моя проблема. Trouble in a relationship is no excuse for littering. What? I mean my boss. She fired me after all these years, so I'm spreading confidential papers. Let everyone know the fraud her company is up to. Штраф. I cannot allow the law to be broken. You are just like her. Давай, до свидания. Кто ж так распространяет? Пойди в газету, сделай что-нибудь по-человечески. А ты реально просто мусоришь. Ну, то есть... Nice guy is dead. Хороший парень мертв. Хоть наркоты у тебя нет? Ну, тут так бомжар и алкоголик, так что тебе наркота бы уже не сильно помогла. Так, All Megastore, это... Прикиньте, я сюда, скорее всего, в прошлый раз не зашел. Оно тут находится такое аккуратненько в конце. Это печально. То есть локация реально огромная, и я сюда не зашел, потому что не нашел ее просто, офигенно. Так, у нас палаточный городок. Это ж там, где... Шлюпку убили, да? Офигенно, это совсем близко. Так, вон там ребята стоят. Надо с ними поговорить. Или не надо? Не надо? Мне показалось, это будет диалогом. Так, а насчет украденных сумочек? Они же всегда по пирсу должны быть это разбросаны, знаете, в таких местах. Если в вашем городе есть набережная, вы прекрасно понимаете, о чем я. Просто в моем городе есть. Не то, чтобы нам там разбросаны что какие-то сумочки, но я имею в виду, что такие закуточки, они всегда привлекают нежелательных индивидуумов и их активность. Что столько бородатых развелось, блин. Говорю, как будто какой-то, знаете, лысист наоборот. Ну ладно. Чего вы тут трындите? Угу. У некоторых NPC-шек заложена одна реплика, ты походишь, они ее проигрывают и... А некоторые даже без реплики. Attempts to reproduce the last living blue-nosed platypus ended in failure after two remaining animals killed each other because of badly matched aphrodisiacs. Какой ужас. Так, ну, знаешь, тут я не могу сказать, что он что-то нарушает. Что ты хочешь? Entering the fountain is strictly prohibited. But I'm not even fully in, just my feet. Здесь я сделаю предупреждение. You are free to go, but no one steps into the same fountain twice without a ticket. I think I got it.
Ну, то есть здесь она реально ничего плохого не сделала. Она даже... Фонтан не полный, она в нем не купалась. Я не вижу никакой проблемы ее отпустить. Так, осталось последнее нарушение. Мы его сейчас быстренько найдем. Опа, здрасте. Я же говорил, что на набережной что-то должно быть. Вот это, кстати... Я тут уже все обобрал. О-о-о-о, погоди, погоди, шахматы. Мне сюда. Рассчитывается лучший ход. Угу. А я могу его сделать? Ладно, я пока не понял, к чему это. Спасибо, что... Ну, это не то, что пасхалочка прям, ну, такая вот прикольная штука, но я больше ничего не могу сделать. Так, ну и тачка плохо припаркованная, штрафик сейчас влепим и все, тут нельзя парковаться. А, ты гидрант еще заслоняешь. Все, все шесть выполнены. Огурчика допрашивать. Да нет, нам нужно первая подготовка, потом к домашнему, может, к домашнему террористу сначала, ладно. Полевая подготовка. А, это я как раз круг накинул. Серьезно, это прямо здесь? Прикольно, прикольно. Ну, блин, деталей тут, конечно, много. Это приятно. Слушай, тут... А, это у тебя дневная смена. Хотел спросить, ты тут не приросла случайно? А, дневные смены. Угу. Ну чё, давай с ноги. Поехали, дружище. Робот, ты его не будешь этого фирменного взлома? Фу, разламываешь двери, там стреляешь, и сразу 4 человека. Круто же. Жильцы дома? Не, не слышал. 4 человека. Ну что ж. Офицеры, спасибо, что ты здесь. I really need your help. Бабушка, вонг какая-то. When responding to a request for aid, the first thing is to introduce yourself to the potential victim. Watch and learn. I am Officer Murphy. How do you do, madam? Well, to tell you the truth... The second thing is to reassure the victim of their safety. Madam, you do not need to be afraid anymore. We are here to help you. Yes, but it's not about me. The third thing is... I'm quite familiar with the field training manual, so if you don't mind, I'll take over. Ma'am, could you please tell us what happened? It's my cat, Fortune. He's missing. Fortune is my biggest treasure. I can't lose him. Do you have any idea where he might be? The only place I can think of is the basement. I've also heard some ruckus coming from downstairs today, but the lights aren't working and... My eyesight's not so good anymore. Is it okay for us to investigate the basement? Yes, it makes an excellent opportunity for low-light training. Let us proceed downstairs. Good luck down there. Идем искать котика. Has that name for a reason. He really brings fortune. Turn your flashlight so don't on. You come back without him. Right. Duty light can be advantageous, but it can also be a liability. Keeping it close to you creates a clear target for the violators. It is good practice to hold the duty light away from your body. I don't remember reading that in the field manual. Did you get it from a different book? No, from experience. From experience. Сказал человек, которого застрелили. Не за фонарика, конечно, но все же. Я ж могу через это пройти. Придурок, мы там уже, пойдем. Clear. Иди, блин, clear. Я уже давно все просканировал. Дайте мне разломать эту фигню. Clear. Ой, дебил. Знаете, да, и напарники дебилы, это просто...
Hey, I think I just saw the cat. Практически всех игр. You think I should try to remove these planks? Да, давай. Go ahead. Че я буду возиться? Wow. Какой силач, чувак, это прогнившие доски были. Силач, блин. Ай. Честно, я бы хотел, чтобы его подстрелили в конце. Кто это? Кто это? Кот это, блин. Банки разлил. С краской или с чем-то. Фига себе у вас подвал на самом деле. Я посмотрел, как бы эта бабка выбивала деревяшки. When chasing a suspect, do not rush head first. Take blind corners as wide as possible. Cuts down on being surprised. Идем, хватит в джеме плавать, блин, придурок, пошел. The fugitive has left a trail. This time, pace yourself. Do not get out of breath during a foot pursuit. You will need stamina to engage the fugitive later. Oh, looks like he stopped by the spilled paint can. Suspect might be intoxicated. I used to know these kids who gave their cat stomach medicine to make it loopy. Is there a moral to that story? Cats are susceptible to substance misuse. Shh. I heard something. Да пойдем уже, придурочный. Следы животного найдены. That cat must be hiding inside. Let me lure it out. Не, я это сделаю. No time to play. Двери ломать от тебя, а котиков я сам заберу. There it is! It's escaping! Darn it! It went through here, but that's a very narrow passage. Let's try the door. Ты тут поместишься? Ну ладно, давай. It's locked, but I can try to squeeze through that gap. Я разберусь Step с дверью. Aside. Щелчком ее открывает, классно. Сюда кот пробежал, да? Угу. А тут ничего тайного не будет. What was that? Он здесь? I'm afraid this time it's a one-way street, Mr. Cat. Where are you hiding? Следы животного найдены. There he is. А это, кстати, не тот же котик, Fortune? Который сидел на крыльце там. You think he's all right? The cat is fine. You can take it back to its owner. I will clean up any remaining mess. Okay, see you soon. А почему мы должны прибираться? Разве что полутать что-нибудь. В смысле, какая стрельба в портале, да, о чем? Что, блин? А, так, ладно, микро-ПП идет нафиг, винтовка тоже идет нафиг. Так, пулевое ранение. Большая кровопотеря. It's Washington. Do you read me? Loud and clear. What is your status? We got a problem. I'm on the second floor and have a visual on multiple armed suspects entering our location.
Most of them are heading your way, but I can hear some coming up the stairs. Do not engage yet. Take your time and find the most advantageous location. Got it. Officer Washington? Sir. Keep cool. I am coming up to have your back. Не, не хочу ему помогать. That, мне нормально. Котик, скорее всего, уже слинял в безопасность, так что... Чё, блин? Каким образом мы тут умудрились найти... Пошли за котиком, блин, нашли хрен знает что. Тесно тут. Нафига вы сюда пошли? Загадка. Не надо перезаряжаться после каждого выстрела, блин, джем. Вот это сейчас было, кстати, неплохо. Просто в хлебальник с размаху. Ой, по-моему, я их насквозь пробиваю. Ты? Я-то с ними разбираюсь. Drop your guns. What is your status? I'm hit. Remain calm. I am here. Давайте я отхилюсь немножечко. Закрыть? Зачем? Тебе нужен бритер? Зачем? А можно? Нельзя, жаль. Так, подожди. О. Счастливые числа. В субботних розыгрышах лотереи побеждает номер 9, 19, 29, 39, 49, 59. Блин, погодите, таких совпадений не бывает. Извиняюсь. Оно все заканчивается на 9. Я выйти просто хотел там пойти еще. Вашингтон, your performance today was impressive. Thank you, sir. Means a lot coming from you. You will be fine. It is only a superficial wound. See, I've told you that cat brings luck. Isn't this just wonderful? Ну, типа да. Котик удачливый, вообще просто трындец. Погодите, а расследовать место преступления имеется в виду, что... А где кот, кстати? Ладно. В коридоре больше ничего нету. Офигеть, в каком срачнике вы живете? Это просто трындец. Так, хорошо. По заданию у нас что? Первая полевая подготовка. Это мы еще не закончили его. Ну давай. Сдадим. Итак, починка, журнал обслуживания. Номер двери на квартире 6 нужно зафиксировать. Он постоянно переворачивается вверх ногами. Жилец все время жалуется, что его беспокоит. Гости, которые приходят в квартиру 9. 6-9, подождите. Это как-то связано, почему к бабке пришли преступники? Пять. Семь.
9. Они пришли, скорее всего, в шестую, да? Ладно. Или бабка не так проста. Кстати, тоже варик. Давайте посмотрим, что у нас. Побочки на самом деле неплохо идут, за них хорошо платят. Я хочу от этого Вашингтона избавиться, он меня бесит. А так, в принципе, все нормально. Итак, все прогрузилось. Доступен новый поинт. Офигенно! Офигенно, спасибо! Давайте вкидываемся сюда в броню дальше. Два поинта вот так вот за серию нагребли. Так, по заданиям. Домашний террорист. Сейчас сюда сходим. Домашний террорист. Скорее всего, это нужно будет обойти немножко. Мы сейчас посмотрим. Вы что, тут крыс жарите? Ничего нету? Ладно. Аркады? Аркады закрыли полностью? Да-да-да. Поехали, посмотрим. Итак. Есть низ, есть верх. Нам вверх, значит, идем вниз. Все же логично. Дорогой любитель кошек, хватит кормить кошек в подвале, они повсюду гадят. Зачем так жестоко? Да, за кошками надо ухаживать, тут я согласен, но кормить их... Смотри, квартиру 12. Ладно. Daddy, what was that? Go back to your room, sweetheart. It's just someone on the staircase. Охренеть, как у вас все слышно. Нюк. Нюка-кола. Пицца, типа, просто пицца, ноунеймовская какая-то. Ничего нету. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу! Девочка. Так, у кого-то... Кто-то крадет знаки. А кража знаков не является преступлением? Извините меня, пожалуйста. Ладно. Честно говоря, можно было бы докопаться и до этого. Итак, обнаружена ловушка. Обезвреживание завершено. В смысле ловушка? Ловушка? Тут и такое бывает? Ёпарасот. Сканирование пиццы. Старая коробка от пиццы не относится к делу. Плата OCP-шная. Так, у нас пока что 4.2, если я правильно помню. Так, 4.2. 3.3, 3.2, 4.3, подожди. 4.3 уже заслуживает внимания. Я, возможно, между сериями поколупаюсь. Посмотрю. Типа, ну, 4.3, оно не относится к делу. Вроде такое же, но там, возможно, новые какие-то бонусы. О, это явно относится к делу.
Ничего подозрительного. Ладно. Шкаф явно двигается. Можешь потайной ход. Здрасте. Тут прям есть на что глянуть. Счет за аренду. Хранилище. ID клиента. Номер хранилища 17. Город штат Детройт, Мичиган. Улица Линд. Вот такая-то. 3 месяца. Всего с учетом налог 210 баксов. Да задница ты дорого. Подожди. Ну хорошо ответить. OCP is ordering you to break into the apartment of a reporter they don't like? Any comment before I write a story on that? I am here to investigate domestic terrorism. OCP sent you to my safe house because they want to know what I have on them after the bank incident. I assume there is more if you cannot store everything here. I found a rental bill for a locker in a storage facility. You metal-headed fuck! First you botched my investigation at the bank, and now that I dug up the data from another source, you show up again? Do you want to help OCP avoid liability? Мне вот просто ты бешено не нравишься, потому что ты меня подставила с самого начала без разбирательства, потом, ой, слушай, я хочу честности. Где была твоя честность в начале? Вы совершили преступление. Does a well-intentioned criminal stop being a criminal? You're in a philosophical mood. Adorable. It turns out I was right. That thing that OCP plans to do with charging residents of Old Detroit with additional costs, it is a loophole. It will lead to the illegal expulsion of thousands of people if you help OCP silence me. Explain. Not so fast. I need to be able to trust you first. Especially after what you did at the bank. Нет, ты показал, что ты гадость. Ты манипулируешь мною, поэтому я не хочу идти на поводу. The rest you can leave to OCP to pick up. I need to just spring clean my out-of-date documents anyway. Call me once you secure the box. Otherwise, burn in hell, OCP minion. Твои угрозы мне как-то вообще до задницы. Я ее сдам. Если как только у меня будет шанс, я ее сдам. Так что мне пофиг. Просто поинт на месте. Навыки. Все, мелкокалиберные рикошетом. Патроны мелкокалибра отлетают от брони, рикошетом на сторону врагам поблизости. Круто. Улик преступления. Тут неплохо поинтов дают. Складское помещение. Стикер. На этой неделе счет за хранение. Забрать кошачий корм. Важно. Взять показания у торговца рыбой. Я сейчас еще поинт получу, кстати. Показания у торговца рыбой и кошачий корм. А где твой кот, если... Квартира. Короче, слушайте, насчет выселения. У меня такие тут есть краткие мысли. Смотрите, в чем прикол. С одной стороны, да, тут живут люди. С другой стороны, посмотрите на эти трущобы и на уровень преступности здесь. Какая нахрен жизнь? Надо, чтобы людей отсюда переселили в более человеческие условия. Так что нафиг. Вот это вот нельзя назвать жизнью. И что ж, складские помещения туда пойдем. Можно даже немножко газку прибавить.
То есть нам дают одну локацию с экшеном, с перестрелками, другую локацию, более детективную, да, чуть дают перестрелок, чтобы не заскучать, вот, типа вот этих чувачков с мелкокалиберкой пострелять, но в принципе это немного. Sorry, I had to take a bus. Freaking OCP robots destroyed my car during that bank robbery. И чё? Я не отношусь к freaking OCP robots, поэтому это вам цыплята вот эти вот не нравятся. Мне они, кстати, тоже не нравятся, так что все в порядке. Блин, мне бы на самом деле какую-нибудь пушку хорошую, чтобы с цыплятами бороться. Вот, ну, там, я понимаю, что типа снайперка и всякое такое. Кстати, еще дайте снайперку тогда. Я хочу какую-нибудь хорошую, прикольную, убойную пушку. Я еще гранатомет не испробовал ни на ком. Ни об одно лицо не разбилась ни одна граната. Because let's face it, there's nothing that can be done. So, you know what they say. If you can't beat them, join them. Last chance safari. See all the endangered species before it's too late. Офигеть, вот это у тебя решение. Last chance safari is of near Man, it's RoboCop. Yeah. So what? We're just sitting here enjoying the moment, nothing suspicious. Right, officer? Shouldn't we give the fellas the signal? We should just shut up and smile like the exemplary citizens that we are. Вообще беспалевные придурки. 25. Привет. Are you lost, officer? I can show you the exit if you want. Там ручонками сейчас накрутишь столько всего, что ручонки придется открутить тебе. Вон нужная штука, так. 75, а... 59, так, ладно. Погоди, или это потом зачтется? Я... Trouble with the lock. Seems that I forgot the key, but... You will tell your story at the station. Are you sure you have enough seats in your car to take us all? Мне не надо, ребятки, я никого не арестовываю. If you do not come quietly, I will not need any. Да. Неплохо, мелкокалиберка реально отскакивает. Где он там? Все, мы договорились? Отлично. Я знал, что у вас не будет вопросов ко мне, ребята. Так что... А вот и поинт. Здрасте. По выносливости. Я хочу, чтобы реген потихонечку шел до 75%. Так, улучшенное восстановление... Это дает бонусы к очку, к очкам здоровья, да. Качаем теперь эту линейку. Меня она вполне устраивает. Можно пойти вот тут вот перезарядиться бесплатненько. Супер. Ладно, отскоки мелкокалиберки меня пока что радуют. Можно всякого интересненького понаходить. То есть они отскакивают и реально их убивают. Это приятно.
по этим гаражам заныкано кучу всего. Так, это мне не надо. Это мусор. Это все мусор. Здесь я тоже уже был. Изучить хранилище. Я сейчас приду и изучу. Сейчас, ребят. У меня вот экспа везде валяется, я хочу позабирать. Она лишней не будет. Я себе качал, чтобы мне за эту экспу давали больше процентов. Так что... Ну нафиг. Ты уже все обшаривал. Я сюда пришел к ним вот таким вот вариантом. Все, я понял. Вот там вон сидели эти два придурка. Которые хотели казаться максимально беспалевными. Хранилище, кстати, такое, ну, прикольное, что ли. Вроде все облутал. Ну, то есть ты приходишь сюда и просто под замком оставляешь свои вещи. Правда, в таком гетто это вообще ни разу не выход. Удобно лежится? Нормально? Подушечку возьми. Сканирование. Личные вещи Саманты. Документы, связанные с OCP. Кошачий корм. Два мешка. 3-4. Связанные с OCP. Забрать вещи. И не... Вернуться на улицу. Почему мне не оставляют выбора? Дайте мне в конце концов выбор, сдать ее. Я не хочу... Она тварь. Я не хочу плясать под ее дудку. Вон ребята стоят, которым можно вещи отдать. Давайте. Well, well, well. Looks like Mr. Becker was right. You're up to something behind his back. These things are supposed to go to Mr. Becker, I reckon. Можете забрать? Take it. There is more in locker number 17. I suspect the documents were not obtained through legal means. So. You're not as troublesome as they say. Mr. Becker will be pleased. Well done. Now, get lost. Вы меня тоже бесите, но она меня бесит больше. Я бы мог сейчас вас аккуратненько расхреначить об эту стенку. Никто бы никогда не узнал, что с вами это сделал я, а не вон те хмыри там. Ну, ладно. К этому мы еще вернемся. Просто она меня бесит... в космических масштабах, поэтому ну её к черту. Блин, я думал, сюда можно будет зайти. Печалька. Ладно. Домашняя террористка. Ой, белый котя. Прикольно. Из жизни Стрей. You have my stuff. Did OCP arrive at the party? They took the box. What do you mean, took it? From you? Why don't you just admit you gave it away? Do you even know what's inside? Да мне пофиг, что внутри. If the items were obtained legally, they will be returned to you. Letters from my father. From people who didn't believe when the media accused my mother of fraud. Her latest documentary. Articles about her bravery. You gave OCP the means to hurt me. I follow the law. Sometimes when you hold on to the law too tightly, you move away from justice. But what dysfunctional machine could know about that? I don't think I've done кусок. Хорошо. Допросить огурчика. Это пока что единственное, что у нас тут осталось. Давайте тогда... Так, дом жертвы.
там подозреваемого. Классные такие подписи везде. Тайник банды. Это те, которые я уже понаходил, да, я так понимаю? Погоди, в этом я еще не был. Ну-ка, давайте быстренько сгоняем туда. Мне интересно глянуть, если она закрашена. Это я там был или я там не был? Потому что из трех тайников... Give me my money, you damn machine! Hey, this ADM won't give me my money! Can you do something about it? You're saving my life. Finally, I got something to buy a nuke with. Оправдали доверие города. Теперь он может купить на эти деньги нюк. Офигенно, да? Это новый тайник банды. Вот это был третий, короче. Значит, два остальных я нашел. Отлично. Слушайте, я практически получил уже следующий поинт. Значит... Складское помещение... А, это откуда я только что вышел. Все, это мы лутанули. Три тайника мы облутали. Все, ребятушки, тогда предлагаю на этом заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.